Теперь задание поменялось. Смотрите, вот сюда. На мою пипочку носа. Да, сюда. Я буду водить фонариком, но вы должны не отвлекаться на фонарик. Смотреть только вот сюда. Вот сюда, в эту точку. Хорошо? Давайте. Смотрим только мне на нос, только в среднюю точку. Не обращаем. Закрывайте глаза, закрывайте.
задание усложнится, я буду двумя руками нажимать разные точки. Вы мне говорите, куда? Так. Так, хорошо, вы угадываете. Практически все верно. Молодцы. Так.
естественно, затихает. Итак, слуховой нерв, зонная чувствительность. 9 из 10 поставлю. Но это моя оценка в карты. Я, естественно, запишу, что в норме. А сейчас я буду проверять языкоглоточный нерв. Что это подразумевает? Я возьму несколько палочек. Они в упаковке, они стерильные, и они пропитаны разными вкусами. Сейчас вы высунете язык и будете... Все правильно.
Заключение, да.